Здравствуйте. Сейчас я вам покажу, как сменить тарифный план в сети Wikilink. Для этого нужно пройти в кабинет пользователя, войти под свои учетные записи. Здесь вы видите надпись «Тариф», ваш текущий тариф, кнопка «Сменить». Нажимаем. Здесь появляется выпадающее меню, где выбираем необходимый нам тариф, например, оптимальный. Нажимаем кнопку «Сменить». Все, и начиная с завтрашнего дня у вас будет новый тариф.